Доброе чай, с вами, как всегда, Маргарита, это ИЦИ, школа успешных продаж. А в этом видео мы с вами поговорим о вспомогательных программах. Меня часто спрашивают, Маргарита, какой программе доверять? E-Rank, Allure, Sales Samurai, Marmalade, еще. Сегодня мы с вами поговорим о Sales Samurai. Кто знает, замечательно, кто не знает, а тем более сейчас на канале очень много новых участников, новых подписчиков, поэтому я делюсь информацией. Почему именно о Sales Samurai сейчас пойдет и речь? Пару дней назад, может быть, неделю назад, я вам показала, что видео будет где-то наверху, да? Я вам показала, что на данный момент на Etsy кое-какие преобразования, опять-таки, не во всех магазинах, но кого-то оно коснулось. Etsy не показывает количество результатов по тому или иному запросу. Она просто ограничивает 1000 результатов и больше. Да? Все. Эта информация, возможно, интересна для покупателя. Их не, им не так страшно, о, там всего-навсего там 1000, да, такая маленькая циферка. Но на самом деле там может быть 50 тысяч результатов, да, по этому ключевому слову. И нам, как продавцам, это некомфортно, неудобно. Мы не знаем, стоит ли в ту нишу идти, стоит ли пробиваться на первую страницу по этим ключевым словам или не стоит. Поэтому в последнем нашем видео из группы, если вы еще не знаете, у нас открылась новая группа VIP до 100 для тех, кто только-только начинает свои шаги на Etsy. И как раз вот назрел вопрос об этой программе, я показала, и вопросы возникли, соответственно, окей, давайте я в общую группу, на общий канал тоже об этом запишу и расскажу. Итак, Sales Samurai. Я работаю с двумя вспомогательными сайтами E-Rank и Sales Samurai. Почему две программы? Да? Первый, как бы, почему я работаю с E-Rank, я уже привыкла к нему. Там много всего интересного, с чем можно работать. И Sales Samurai на данный момент я отсматриваю, что пользуется популярностью. Там гораздо проще дается, сужается ниша, чем, на мой взгляд, чем через, если смотреть это через E-Rank. Еще одно преимущество Sales Samurai в том, что он дает четкие результаты по тому, сколько тех или иных листингов находится на Etsy. E-Rank нам дает приблизительно, да, сколько раз мы уже проверяли и в большой виповской группе, и сама я уже смотрела, то есть там approximately, да, то есть иногда плюс 5000, плюс 10000, которых не засчитываются. На Sales Samurai в течение года я как бы эту информацию отсматривала, да, поэтому могу сказать, на Sales Samurai практически дюзи в дюзю, да, точечка в точечку, до последней циферки все данные сходились до того, как вот Etsy сейчас стала эту информацию скрывать. Поэтому мне очень удобно, и, соответственно, я вам советую вот Sales Samurai посмотреть, как работает. Да, эта программа платная, но давайте я вам сначала покажу, что можно оттуда выудить для вас, только одну часть. Да? Это не будет полный такой вот обзор, что можно делать с Sales Samurai. Возможно, позже я сделаю эти видео. Но на данный момент, поскольку идет интерес, а что еще можно сделать, а какой ресерч можно сделать, то я вам сейчас покажу на конкретном примере. Делаем все это быстро и автоматически, да, чтобы вы прям посмотрели и сказали, заинтересовало, что больше, что дальше. Итак, мы с вами в нашей строчке, допустим, я стала сказать Mother of the Bride Gift, да? Обширное, да, обширное. То есть в подарки они могут идти и как, да. Я смотрю, и вот эта программка у меня уже подключена, Sales Samurai, и она показывает search value, говорит о том, как часто это ищет. Посмотрите, 86 тысяч запросов. То есть, да, популярно. Но когда мы... И соседняя кнопочка, которая мне очень нравится, 500 more, да, что еще можно оттуда подобрать из вот этой вот комбинации ключевых слов? Mother of the Bride Gift, я кликаю, нажимаю, и мне как раз вот показывают 1000 результатов. Да? Да, можно отсюда что-то выбрать, но опять-таки только раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
под категории. Ну, можно и здесь разгуляться. Но я хочу сузить, да, я хочу найти то, что ищется, но то, что не так много результатов. И поэтому я, когда сюда захожу, я кликаю на 500 more. И мне открывается вот это вот дополнительное окно Sales Samurai. В тот день, когда я увидела, что на Итси прикрыли вот это вот количество, Sales Samurai тоже показывал везде тысячу. Сейчас либо они что-то подделали, доделали и показывают правильные числа. Я больше чем уверена, что они одинаковые. Да, можно на Google Chrome проверить, в Chromebook я могу проверить, но я больше чем уверена. Да? Итак, мы смотрим Search Volume, у нас с вами большой, и Competition, он у нас с вами должен быть, ну, где-то до 5000, да? То есть не такой большой. Если мы увидим что-то такое, что большой запрос о количестве результатов, совсем ничего, ура, мы что-то нашли, и можно будет попробовать ваши листинги адаптировать под новую целевую аудиторию, под новый какой-то товар. Да? Итак, мы помним, что мы смотрим Mother's, Mother of the Bride Gift, да, подарок маме невесты. Да? И смотрим, там да, смотрим у нас, что я прям сразу визуально смотрю. Можно, конечно, отсортировать, но я так вот бегаю, смотрю глазами. Вот давайте смотреть. Всего-навсего 2000 результатов за поиск 24000. И какое у нас тут ключевое слово? Бонус Mother of the Bride, да? Бонус – это как бы stepmother, то есть если там дальше понимаете, да? Дальше смотрим. 1683 результата casual mother of the bride dress, да? То есть дополнительные какие-то ключевые слова, которыми мы с вами, допустим, не владеем из-за того, что мы не носители языка. Но вот эта программа Sales Samurai нам покажет, что еще можно подобрать и куда можно еще пристроиться, а куда не надо идти. Например, здесь у нас, смотрите, что у нас? Bride, mother, да? Вот кто-то, допустим, решит такое ключевое слово поставить. Посмотрите, ищет у нас 23 тысячи, а количество результатов, ну, не количество результатов, а сколько магазинов, сколько листингов используют это ключевое слово? 150 тысяч. No, мы туда не идем, да? Мы идем где поменьше, да? Давайте еще пролистаю, посмотрим. 2000 результатов. Silk Mother of the Bride Dress, да? То есть сейчас идет не подарок, а вот как платье, одежда. И так далее можно просканировать и посмотреть, что еще интересно. Вот давайте смотреть. 2000 результатов. It's the mother of the bride. Ну, что-то ищет. Дальше смотрите, вот как интересно. Всего-навсего 461 результат. Но посмотрите, как много запросов. 16 тысяч запросов идет. На какое ключевое слово? Bookmark mother of the bride. Да? То есть, как, если кто-то делает закладки, да, либо вы решите попробовать сделать закладки, у вас все материалы есть, вы идете bookmark mother of the bride. Давайте проверим, да? Открываем наше Etsy. Bookmark mother of the bride. Угу. И мы смотрим, сколько результатов нам покажет. 677, да, 677, и сколько нам показывают? А здесь 461, ну, очень близко, да, очень близко. Bookmark mother of bride. А я the поставила. Mother of bride. 461, вот, представляете? То есть, насколько это точно показывает, сколько результатов. Поэтому я очень рада вот этой вот возможности. И зачастую, когда сейчас я в шортах стала вам делать подсказочки, на что обратить внимание, какую нишу попробовать, как я нахожу. Да вот именно так вот. Сколько эта услуга стоит? Эта услуга стоит $9.99 в месяц, чтобы искать, находить и решать,
в какую сторону пойти. Всего-навсего 461 результат и какой у нас с вами большой запрос. Вот именно по этому ключевому слову. Давайте еще одно посмотрим, что-нибудь такое. Если прыгнет нам сразу в глаза. Ну, а дальше уже посмотрите, идет большое количество и мало запросов. 537 запросов. Stepmom of the Bright Gift. Stepmom of the Bright. Это то же самое, что и бонус мам. Но по бонус мам мы с вами увидели, где у нас с вами. Бонус Mother of the Bright. У нас с вами 2000 результатов, но 24 тысячи запросов. Пожалуйста, я советую где-то до 10 тысяч, чтобы результатов лучше, конечно, до 5 тысяч результатов. Если до 5 тысяч результатов вы находите какую-то нишу либо какой-то товар, то вам достаточно, наверное, в районе 10-15 таких листингов с таким же тегом сделать. Вот такая вот информация. Теперь, опять-таки, это вот только... одна страничка, да, там тоже можно много всего интересного делать, но пока я вам показала вот такие вот данные, как можно где находить ключевые слова, либо расширять вашу нишу, либо наоборот более узкую делать, чтобы начать продавать. Итак, эта программа у нас в месяц стоит 9,99, еще разочек, я нахожусь с ней уже много-много, года два, наверное, с ней нахожусь. Я только вспомнила, что, оказывается, у меня есть партнерка. Партнерка. И с кодом, по-моему, код мы сделали Марго для меня. По-моему, вы получите 20%. Если кто-то прыгнет и захочет подключиться, используя этот код, линк я оставлю под видео, вот партнерскую ссылочку, да. Если у вас не получится, дайте мне знать, я тогда свяжусь с командой Sales Samurai и уточню, потому что дело было давно. Но, в принципе, я платформу проверила, должно сработать, да, 20%, и попробовать, да, как я всегда говорю, попробуйте как можно больше инструментов и выберите то, что для вас более оптимально, то, что более понятно, как работается. Я не говорю, что прям сразу на год подписывайтесь. Нет, возьмите на месяц, пощупайте, потрогайте, интересно вам с этим работать, неинтересно вам с этим работать. И вот такой вот результат. И еще разочек, Sales Samurai, линк будет под видео. И если будут какие-то вопросы, либо что-то интересное, вы заметите, во благо. Забирайте, смотрите, пользуйтесь. И с вами, как всегда, была Маргарита, это ИТИ Школа Успешных Продаж. Напоминаю, что у нас сейчас есть две платные группы. Первая VIP и вторая VIP до 100. Первая группа для тех, она уже продвинута, она уже существует, по-моему, 7 лет. А вторая группа, которая только что открылась, стартовала, магазины с нуля пытаются настроить свои магазины, чтобы работать. Все линки на эти группы будут под видео. Всем пока!